Так, это наша елка. Елка номер один. Она настоящая, живая. Вот это вот здесь. Так. Сейчас будет елка номер два. Елка номер два. С композицией. Арсений делал и композицию, и вот елку наряжал. Красота? Это елка номер три. У Вали в комнате. Лопнула, да? Сгорела, блин. Что сгорело? Трубка. Какая трубка? Она не сгорела, она просто закоптилась. Все нормально. Пахнет свечкой. Так, и сейчас будет елка номер 4. Маленькая совсем, да? Я покажу елку четвертую. Так. Елка номер 4. Вот. Арсений. Это из СССР. Вот у тебя тут такая заставка. Прикольно. Короче, Арсений тут себе сделал обстановку. Ну, понятное дело, на окна же повесить не выходит. Это да. А ну включи сейчас свет еще на секунду. Пока. Здесь свой еще лучше, чем свет. Ага. О, да, ты же забыл лазер. Я бы пытался подсоединить его через свой блок питания, но она отказывалась работать. Да. И синенькие шарики. Кстати, в этом году год водяного синего тигра. Да, я уже понял, ты мне еще тогда говорил. Поэтому шарики синенькие оказались не случайно. Слушай, красиво так елочка вместо своих пень. Красота. Вот, собственно, у нас такие елки. Не снимать меня. А пожелаю я с Новым годом. Поздравь людей. С Новым годом. Чистя. Если я положил всю херню в предыдущем году. Класс. Я с тобой полностью согласна и поддерживаю. А, главное, чтобы мой клиент не стал. Это, да, тоже поддерживаю. Все. Мы совсем согласны. Вот так и живем. Вот такая обстановка у Арсения в комнате. При этом он считает, что он живет в полной жопе. Так, съемка здесь запрещена. Здесь запрещена съемка. Здесь все жестко. Жесткие правила. Все, Арсений, с Новым годом тебя. Оливье, не хочешь? Да я лучше бы забрал целую тарелку. Ну так пошли, я тебе все положу. Пошли. Конечно, лучше отложить половину, потому что я все не смогу. Выключи уже эту камеру. Хорошо. Аккуратно, ты не побори, вот тут все тут так. А до Нового года осталось 27 минут. Если ты уже закончила, я могу закончить. Хорошо, Лёша, тогда я тебя лично желаю тебе, так сказать, новых горизонтов, чтобы всегда было видно, куда идти, настроение. Тоже я же вот, здоровье. Как это? Нажимала, пережимала, и все хорошо. Осторожно, чтобы не обломались. Просто лайки. То, что надо. Классно, очень даже. Красиво. Буфет, куда? Это шампанское. Все, спасибо. Тебе главное позитивного взгляда на жизнь. А, позитивный. Видишь, что пошли глаза. Позитивный взгляд. Ваня, отойди. Я не подхватил.